Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj, you and the group that accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Jai, all glories to Prabhupada, my obeisances. Okay. Om Magyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Militanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Samyavadi Paschachate Satharine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaur Bhaktavinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the Nectar of Devotion, chapter 22. That further qualities of Lord Krishna. Итак, мы читаем Нектар преданности, главу 22, которая называется Продолжение описания качеств Кришны. So Rupa Goswami had listed altogether 64 qualities of Krishna, and today we're beginning number 38. И Рупа Госвами перечисляет 64 качества Кришны, и сегодня мы начинаем изучать 38 качество. Right? Okay. 38 качество. Счастливый. Счастливым называют того, кто всегда радостен и не знает горя. Что касается наслаждений Кришны, то говорится, что украшения, которые были на нем и его царицах, даже не снились Кувере, хранителю сокровищ Небесного Царства. Даже полубоги Небесного Царства не в состоянии представить себе танцы, которые постоянно исполнялись перед дворцами Кришны. В своем небесном царстве Индра постоянно смотрит, как танцуют райские куртизанки. Однако даже Индра не в силах представить, как прекрасны были танцы, исполнявшиеся перед воротами дворцов Кришны. Гаури означает «светлокожая». Это имя жены Господа Шивы. Красавицы, жившие во дворцах Кришны, были настолько белее Гаури, что их сравнивали с лунным светом, и Кришна мог постоянно видеть их. Таким образом, никто не может наслаждаться больше Кришны. Представление о наслаждении неразрывно связано с прекрасными женщинами, украшениями и богатством. В дворцах Кришны все это было в таком изобилии, что Кувере, Господу Индре и Господу Шиве даже не снилась такая роскошь. Горе обходило стороной Кришну. Однажды несколько гопи отправились туда, где брахманы проводили свои жертвоприношения, и сказали им: «Дорогие жены брахманов, вам должно быть известно, что даже тень горя не может омрачить существование Кришны. Ему неведомы утраты и горечь клеветы. Он не знает ни страха, ни тревог, и ему неведома скорбь. Его окружают танцовщицы в Раджи, и он наслаждается их обществом в танце раса». I don't know, it sounds different. Oh, okay, you read the whole thing, huh? Yeah, sorry. Okay. Too much. All right, so we're reading about the quality of happiness, that somebody who is always happy is always joyful and they never get put in distress. И счастливым называют того, кто всегда радостен и не знает горя. So we, Srila Prabhupada describes about Krishna's enjoyment, how everything is so wonderful, so beautiful, so opulent. И Шрила Прабхупада описывает то, как Кришна наслаждается, описывает, как все прекрасно, красиво и как все роскошно. For example, his queens were all dressed in ornaments which were beyond the dreams of Kuvera. Говорится, что украшения, которые были на его царицах, не снились даже Кувере. And in Krishna's palaces, there was a lot of dancing also going on with beautiful women.
И во дворцах Кришны всегда представлялись танцы, которые и исполняли прекрасные женщины. It said these women were more beautiful than the demigods in heaven. И говорится, что эти женщины были намного более красивыми, чем полубоги на небесах. And in heaven, Indra, Lord Indra, is always seeing the dancing of beautiful women. И в небесном царстве Индра постоянно смотрит, как танцуют красивые женщины. But Indra could not imagine how beautiful were the ladies who were dancing in the palace of Krishna. Но даже Индра не в силах представить, насколько прекрасны женщины, которые танцуют во дворцах Кришны. And Lord Shiva has a wife who is known as Gauri, which means a white woman. И у Господа Шивы есть жена, которую зовут Гаури, что означает светлокожая. So some people they think white, for the skin to be white, it's more beautiful than to have the skin dark. И некоторые думают, что светлая кожа она гораздо более привлекательна, чем темная кожа. So it's, but it said that the women in the palace of Lord Krishna, they were whiter than Gauri, Lord Shiva's wife. Но женщины во дворцах Кришны были на более, имели более светлую кожу, чем сама Гаури. And these women in the palace of Krishna were compared to the moon, which is considered very cooling and very beautiful. И эти женщины во дворцах Кришны сравнивались с луной, которая дает прохладу и излучает красоту. So these are all given as examples of how Krishna was enjoying. И все это примеры того, как Кришна наслаждается. So we think of enjoyment as for a man, enjoyment is to be with beautiful women. Мы думаем, что наслаждением для мужчин является наслаждение с женщинами, с красивыми женщинами. And they also enjoy having different jewelry and wealth. И также, they, you mean men or women? For both men and women. И люди также наслаждаются украшениями, драгоценностями. So in Krishna's palace, all of these things were there. В дворцах Кришны все эти вещи, конечно же, присутствовали. Krishna was enjoying so much opulence, more than Kuvera, the treasurer of the demigods. И Кришна наслаждался такой роскошью, какой не было даже у Куверы, хранителю сокровищ полубогов. Krishna was enjoying more than Indra, the king of heaven, and more than Lord Shiva. И Кришна наслаждался гораздо больше, чем Господь Индра и Господь Шива. And Krishna never gets affected by any kind of distress. He's always happy. И Кришну всегда обходило горе, он всегда был счастлив. So we're told one time some of the gopis went to the palace where the brahmanas were doing a yagya. И однажды несколько гопи отправились в то место, где брахманы совершали ягью. So the gopis spoke to the wives of the brahmanas. И гопи сказали женам брахманов. And they told the wives of the brahmanas that you should understand that Lord Krishna does not feel any kind of distress. Дорогие жены брахманов, сказали они, вам должно быть известно, что Господь Кришна не знает, никогда не знает горя. He doesn't worry if he loses something. Он не огорчается, если что-то теряет. And if people say bad things about him, it doesn't worry him. И его не беспокоит, что люди говорят о нем что-то плохое. And he's not afraid of anything. И он ничего не боится. He doesn't have any anxiety. И он не чувствует никакой
такой anxiety, зависть. And he doesn't know any disaster in his life. И в его жизни нет никаких катастроф. He's just surrounded by these women of Braja who are dancing, the gopis. Он просто окружен женщинами Враджа, которые наслаждаются танцем. He enjoys dancing with them in the rasa dance. И он наслаждается с ними танцем раса. I think last night was one of the rasa times when Krishna does the rasa dance, the last day of Kartik on the full moon. И последний день Картики, полной луны, как раз был танцем, когда этим днем, когда Кришна наслаждается танцем раса. Okay, number 39. Well-wisher of his devotees. 39-е качество. Кришна добр к своим преданным. О преданных Кришны говорится, что если они с преданностью предложат Господу Вишну даже немного воды или листочек туласи, этого достаточно, чтобы Господь Вишну по своей доброте отдал им в обмен на это себя. Okay. So, if we offer something to Krishna, we can offer to Krishna a little water or a tulsi leaf. If we offer it in devotion to Lord Vishnu, then Lord Vishnu is very, very pleased with that offering. Если мы предложим Кришне листочек туласи или немного воды, то Господь Вишну, Кришна будет этим очень удовлетворен. If the devotee of Krishna offers to Lord Vishnu, Lord Vishnu will give himself to that devotee. Преданный предлагает что-то Господу Вишну, то он сам, то Господь Вишну предлагает себя этому преданному. Lord Vishnu becomes so pleased with that devotee. И Господь Вишну становится очень удовлетворен этим преданным. He's become so pleased that he wants to do anything for that devotee. И он настолько удовлетворен этим преданным, что он хочет сделать все для него. Go ahead. Благосклонность Кришны к своим преданным проявилась в его поединке с Бишмой. Когда умирающий дед Бишма возлежал на ложе из стрел, Кришна предстал перед ним, и Бишма стал вспоминать, как добр был к нему Кришна на поле битвы. Кришна дал слово, что в битве на Курукшетре не притронется к оружию, чтобы помочь какой-либо из сражающихся сторон, и будет строго соблюдать нейтралитет. Хотя Кришна был колесничим Арджуны, он пообещал, что не будет помогать Арджуне оружием. Однако в один из дней битвы, чтобы заставить Кришну нарушить свое обещание, Бишма вступил в поединок с Арджуной и так великолепно сражался, что Кришне пришлось сойти с колесницы. Схватив оторванное от колесницы колесо, он бросился на деда Бишму, как лев бросается на слона, чтобы убить его. Бишма вспомнил эту сцену и превозносил Кришну за его любовь к своему преданному Арджуне, во время которой он даже решился нарушить, во имя которой он даже решился нарушить свое обещание. So, Rupa Goswami, Srila Prabhupada, in this section, he's giving an example of how Lord Krishna always takes care of his devotee. И здесь Шрила Прабхупада говорит, рассказывает о том, как Господь Кришна всегда заботится о своем преданном. And they give the example how grandfather Bhishma was fighting in the battle of Kurukshetra. И приводится пример того, как дед Бишма сражался на поле битвы Курукшетра. So, grandfather Bhishma actually gave up his body. He left his body in the presence of Lord Krishna. И на самом деле дед Бишма оставил свое тело в присутствии Господа Кришны. And at that time Bhishma was remembering how Krishna had been very kind to him when they were on the battlefield.
И в это время Бишма вспоминал, как, насколько Кришна был к нему добр во время сражения на Курукшетре. So Bhishma was remembering how Krishna had promised before the battle that he was not going to fight. И Бишма вспоминал о том, как Кришна нарушил свое обещание не сражаться в битве. Krishna said, "I will drive Arjuna's chariot, but I will not fight." Кришна сказал, я буду колесничим Арджуны, но я не буду вступать в бой. But it happened that one day Bhishma wanted Krishna to break his promise. Но случилось так, что в один из дней Бишма он захотел, чтобы Кришна нарушил свое обещание. So Bhishma fought and he was defeating Arjuna. He was fighting with Arjuna, but Arjuna couldn't defeat Bhishma. Bhishma was fighting so good. И таким образом Бишма вступил в поединок с Арджуной и так великолепно сражался, что Арджуна уже потерпел поражение. And Duryodhana was always saying to Bhishma, you don't want to fight because you like the Pandavas, so you're not fighting very well. И Дурьодана всегда говорил Бишме, ты сражаешься плохо, потому что ты очень любишь пандавов. So Bhishma got angry because it meant he's not a real kshatriya if he's not fighting well. И Бишма разгневался на эти слова, поскольку таким образом Дурьодана имел в виду, что он не настоящий кшатрий. So he told Duryodhana, you wait and see tomorrow. He said, I'm going to kill Arjuna or else Krishna will have to break his promise. И поэтому Бишма сказал, завтра ты увидишь, как я убью Арджуну, либо Кришне придется нарушить свое обещание. So it happened that Bhishma was fighting really good and Arjuna was in trouble. Bhishma was going to kill Arjuna. И случилось так, что действительно Бишма на самом деле очень хорошо сражался, и Арджуна оказался в опасности. So Krishna saw the danger. And Arjuna's chariot was also stuck, and the wheel had come off. И Кришна видел сложившуюся ситуацию, и колесница Арджуны застряла, и отвалилось одно колесо. So Krishna got off of the chariot, and he picked up the chariot wheel, and he came running towards Bhishma. И Кришна соскочил с колесницы, схватил это колесо и направился к Бишме. So when Bhishma saw Krishna coming towards him with the chariot wheel, then Bhishma thought, ah, now Krishna has broken his promise. И когда Бишма увидел Кришну, несущегося на него с колесом от колесницы, он понял, Кришна нарушил свое обещание. So Bhishma stopped fighting, he didn't kill Arjuna. И поэтому Бишма прекратил сражаться, он не убил Арджуну. And Bhishma was very happy to see that Krishna would protect his devotee. И Бишма был счастлив увидеть то, что Кришна защищает своего преданного. Krishna didn't care about breaking his promise, he cared more about protecting his devotee. И Кришну не волновало то, что он нарушил обещание, его больше волновала защита своего преданного. Krishna doesn't worry so much about mundane morality, being truthful, that's a material thing. И Кришну не волновала какая-то мирская мораль, не волновало то, что нужно быть честным. But protecting the devotee, that's very nice, that's very pure and spiritual. Но защита преданного — это самая хорошая вещь, это очень чистая вещь, это духовная вещь. Okay, we'll go on number 40, controlled by love. Качество номер 40, руководимый любовью. Кришну обязывает любовь преданного к нему, а не служение как таковое. Он настолько совершенен и самодостаточен, что не нуждается ни в чем служении. Только любовь преданного, его привязанность к Кришне делает Кришну обязанным ему.
Какой признательностью Кришна может отплатить за любовь своего преданного, он показал, когда к нему во дворец пришел Судама Випра. Судама Випра был школьным товарищем Кришны, он был очень беден, и жена убедила его отправиться к Кришне и попросить его о помощи. Когда Судама Випра добрался до дворца, Кришна принял его со всеми почестями, какие полагается оказывать брахманам, и вместе со своей женой омыл его стопы. При воспоминании о том, как они с Судамой Випрой были привязаны друг к другу в детстве, у Кришны на глаза навернулись слезы. Alright, so this is a very interesting point here, number 40, because it says Krishna is more obligated to the mood of the devotee, the love of the devotee, and not so much by the service given by the devotee. Это очень интересное качество Кришны. Оно говорит о том, что Кришну больше обязывает умонастроение преданного, чем его служение. One may do service, but we may do it with a grudging mood. We may not do it with the mood of love. И мы можем совершать какое-то служение, но мы можем совершать его не в настроении любви. And just like somebody maybe they may do job that may work, maybe they're a soldier and they may work for the country and they're fighting, but it's not that they doesn't mean they love the country, they just do it as a job. Например, у кого-то такая работа быть солдатом, и он сражается для того, чтобы защищать свою страну, но это не значит, что он любит свою страну. Это просто его работа. And you may work in a job, and you may do so much work, traveling and going everywhere, selling things for the company, doing business. You do it all for the company, but it doesn't mean you love the company. А, например, у вас такая работа, что она связана с путешествиями, вы ездите по всему миру и как-то продаете товары своей компании, то есть вы выполняете работу ради своей компании, но это не значит, что вы любите ее. So Krishna doesn't worry so much about the service, but he sees more what is the mood which we do the service in. И таким же образом Кришна не столько привлекает наше служение, сколько умонастроение, в котором мы его совершаем. So Krishna does not need our service. He has everything himself. И Кришна на самом деле не нуждается в нашем служении, у него все есть. Krishna has many goddesses of fortune all serving him in the spiritual world. И у Кришны множество богинь удачи, которые служат ему в духовном мире. But Krishna gives us a chance that we can also serve him. Но Кришна дает нам такой шанс, чтобы мы смогли тоже служить ему. And Krishna, he appreciates when he sees a mood of love and a mood of affection. When we show our love and affection for Krishna, then that attracts his attention. И Кришне нравится, когда мы показываем свою любовь и привязанность к нему. So then, we give the example here about how Sudama Vipra went to see Krishna in Dwarka. Здесь приводится пример, как Судама Випра отправился на встречу с Кришной в Двараку. So Судама Випра had been in the school in the ashram of Sandipani Muni along with Lord Krishna. И Судама Випра вместе с Господом Кришной обучался в ашраме Сандипани Муни. And they had been friends. Sometimes they do service for their guru together. И они были друзьями, иногда выполняли какое-то служение вместе для своего гуру. So Sudama Vipra was very poor, and he had a wife, but they were very poor, and they had no proper clothes, no proper food. И Судама Випра, он был очень беден, а у него была жена, но тем не менее. Они были очень бедны, у них не было хорошей одежды, хорошей еды. So Sudama Vipra's wife convinced her husband that he should go to Dwarka and see Lord Krishna.
И жена Судама Випру убедила своего, убедила Судаму отправиться в Двараку, чтобы повидаться с Кришной. So the, his wife was thinking that if he goes to see Krishna, Krishna will definitely help him. И жена Судама Випры думала, что если ее муж встретится с Кришной, то Кришна же, конечно, поможет ему. But Krishna, Sudama doesn't want to ask Krishna for help. He just wants to see Krishna because they're old friends. Но Судама не хотел просить Кришну о помощи, он просто хотел увидеться с ним, потому что они были старыми друзьями. So Sudama decided he would go there to see Krishna. И поэтому Судама решил отправиться туда, чтобы повидаться с Кришной. And when Sudama came there to Krishna's palace, then Krishna and Krishna's wife, they both washed the feet of Sudama because he was a brahmana. They wanted to show respect to the brahmanas. И когда Судама прибыл во дворец Кришны, то Кришна вместе со своей женой омыли стопы брамана, омыли его стопы, и таким образом поприветствовали брамана, выразив ему свое почтение. So at that time, Sudama and Lord Krishna, they remembered their childhood together. И в это время Судама в тот момент Судама и Кришна вспоминали вместе свое детство. And we're told Krishna began to shed tears when he was remembering his childhood pastimes with Sudama. И говорится, что у Кришны на глаза навернулись слезы в тот момент, когда они вспоминали свое детство, которое провели вместе, которое он провел вместе с Судамой. And he remembered how One day they had gone out together to collect wood because all the cooking and all the fire yagya, they need wood. So dry wood was required, and Krishna and Sudama had gone together into the forest to collect wood to bring back to their guru. И они вспомнили, как однажды они отправились собирать хворост для проведения яги и для приготовления пищи. Они вместе отправились за хворостом для своего гуру. But somehow that afternoon, when they were out in the forest, there was a big storm and the sky became very dark, and they got stuck in the forest. Но случилось так, что в этот день, как только они зашли в лес, начался очень сильный шторм, и небо потемнело. Начался очень сильный ураган, и таким образом они застряли в лесу. They couldn't find their tracks, they couldn't find the way back to the ashram. И они не могли найти дорогу обратно в ашрам. They had to spend the whole night in the forest together. И они вместе провели в лесу целую ночь. So in the night in the forest it becomes very cold and you hear many animals. И в лесу ночью становится очень холодно, и вы слышите звуки, которые издают разные животные. There are different creatures which sleep in the daytime, they're awake at night. Есть много существ, которые днем спят, а ночью просыпаются. So Krishna and Sudama, they suffered for one night. And the next morning, Guru came and found them. И Кришна с Судамой таким образом страдали всю ночь, и утром уже Гуру нашел их. So when the Guru found them, then he was so grateful. He told them, "You've suffered so much on my behalf." И когда Гуру нашел их, он был им очень благодарен. Он сказал: "Вы так сильно страдали ради меня." And the Guru gave blessings to them, that they will always remember everything he taught them. И Гуру дал им благословение, что они всегда будут помнить то, чему он их научил. So Krishna was remembering this, it brought tears to his eyes. И Кришна, вспоминая об этом, у Кришны на глаза навернулись слезы. Okay, go ahead.
Другое проявление признательности Кришны своим преданным описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам 9.18, где Шукадева Госвами говорит Махараджу Парикшиту: «О царь, когда мать Яшода взмокла от пота, безуспешно пытаясь связать Кришну веревкой, он позволил ей связать себя. Как-то в детстве Кришна рассердил мать своими проказами, и она решила его связать. Яшода взяла веревку и попыталась связать ребенка, но не смогла завязать узел, так как веревка оказалась слишком короткой. Тогда она связала вместе много веревок, но их длины по-прежнему не хватало, чтобы связать его. Через какое-то время она почувствовала усталость и вспотела. Тогда Кришна позволил ей связать себя. Иначе говоря, Кришну невозможно связать ничем, кроме любви. Его может связать только чувство признательности своим преданным за их экстатическую любовь к нему». So, another example is given. This next example is from Damodar Lila. И здесь приводится еще один пример из Дамодара Лилы. Дамодара means, Dhamma means the rope and Udara means the belly. So the Damodara Lila is about binding Krishna. И Дамодара. Дама значит веревка, дара значит живот, и Дамодара это обозначает Кришна связанный веревкой. Last night was the end of the month of Damodar. It was the last evening for us to do the Damodar Puja. И вчера был последний день месяца Дамодара, то есть вчера вечером проводилась последняя пуджа. So every year for 1 month we observe this Damodar festival and we sing the song about the pastimes of Lord Damodar and we offer the lamp to the form of Damodar. И каждый год в течение месяца мы проводим этот праздник, в течение которого мы каждый день поем Дамодараштаку и предлагаем лампу Господу в форме Дамодары. So the pastime tells how Mother Yashoda or Lord Krishna had been doing mischief. He'd been breaking pots of yogurt and feeding it to the monkeys. И эта лила нам рассказывает о том, как Кришна разбил горшки с йогуртом и накормил йогуртом обезьян. And Mother Yashoda is very busy. She has a lot to do. And so she doesn't want her child to get to do more mischief. So she decides she'll have to tie him up to keep him in one place. И у матушки Ишоды было слишком очень много дел, она была очень занята, и она посчитала, что Кришне лучше сидеть в одном месте. So she gets some rope, but the rope is not big enough to bind him up. So she gets some more rope, but then it's still not big enough. And she got many ropes, but it was never big enough to bind up Krishna. И таким образом она решила связать Кришну веревкой, посадив его в одно место, но ей не хватило при этом веревки для связывания. Она тогда привязала к этой веревке еще одну, но веревок все равно не хватило. Привязала потом еще одну, но их все равно не хватило. И так она связала вместе множество веревок, но их так и не хватило для того, чтобы связать Кришну. So in this way, Mother Yashoda became a little tired, and she was perspiring, she was sweating. Because she's going around getting rope and still it's not enough and the trying to touch, she wants to tie up Krishna, but she couldn't get enough rope. И матушка Ишода изрядно устала, и пот уже начал выступать на ее теле, поскольку ей приходилось бегать повсюду, искать эти веревки, потом связывать их, но она все-таки не могла связать Кришну ими. So mother, Krishna could see that his mother was becoming very tired and she was becoming bewildered what to do. И Кришна видел, что его матушка уже очень устала, и она была озадачена тем, что же ей теперь делать. So then Krishna agreed that, okay, we'll let Mother Yashoda tie him up. И тогда Кришна согласился с тем, чтобы матушка Ишода его связала. Actually, Krishna
doesn't need to be, but nobody can tie up Krishna. The only way you can tie up Krishna is with love. На самом деле никто не может связать Кришну. Единственный способ это сделать, это связать его с помощью своей любви. So Krishna is always conquered by pure loving devotion. И Кришну можно победить лишь чистой преданностью, преданностью с любовью. We cannot capture Krishna by any other quality other than pure loving devotion. И мы не можем связать Кришну никаким, ничем другим, кроме чистой любви и преданности. So because Mother Yashoda had this pure love, Krishna allowed himself to be bound up by her. И поскольку матушка Ишода имела эту чистую любовь, Кришна позволил ей связать себя. All right, next one, 41, all auspicious. 41 качество все благой. Все благим называют того, кто всегда занят деятельностью на благо всем. После ухода Кришны с этой планеты, Удава, погрузившийся в воспоминания о деяниях Господа, сказал: «Своими замечательными играми Кришна доставил удовлетворение всем великим мудрецам. Он положил конец демонической деятельности безжалостных царей, защитил праведных и уничтожил в бою всех жестоких воинов. Таким образом, он всем приносит только благо». All right, text 41 is all auspicious, so somebody who is always doing nice activities, welfare activities for the benefit of others, then this is all auspicious. И все благим называют того, кто всегда занят деятельностью на благо всем. People usually like to do work for their own benefit. They don't care about others. И люди обычно любят что-то делать ради того, чтобы это принесло благо только им. Они не думают о других. But here we can see Lord Krishna, he doesn't just do things for his own benefit, but he wants to benefit everyone. Но здесь мы видим, что Кришна, он не делает что-то ради себя, он делает что-то для других, чтобы принести благо другим. So it's described that after some time Lord Krishna left this planet. He finished his pastimes on this planet and then he left this world. И здесь описывается, что после того, как Кришна закончил свои игры на этой планете, он покинул этот мир. So at that time Uddhava, who had been Krishna's secretary, and he'd been very close with Lord Krishna, he would remember the activities of Krishna. И Удава, который был секретарем Кришны, очень близким другом, он вспоминал деяния Кришны. So Udava said that Krishna satisfied the minds of all the great sages by his wonderful pastimes. И Удава сказала, что своими замечательными играми Кришна доставил удовлетворение всем великим мудрецам. And Krishna also broke to pieces. He stopped all the demonic activities of the cruel Kshatriya kings. И также Кришна положил конец демонической деятельности безжалостных царей. And he protected all the pious people. И он защитил всех праведных людей. And at the same time he killed all the cruel people. И в то же время уничтожил всех жестоких людей. This was especially true on the battlefield at Kurukshetra. Many people died. И это особо относилось к битве на Курукшетре, когда погибло множество людей. So we say Krishna is all auspicious for all people. И мы говорим, что Кришна все благой для всех людей. In the Bhagavad Gita it says he comes to give pleasure to the devotees and to annihilate the demons. Принести удовольствие своим преданным и свергнуть демонов. Lord Krishna had come
to remove the burden on the planet. And the burden was all these demoniac kshatriyas. И Кришна говорится, что Кришна пришел на эту планету, чтобы устранить тот беспредел, который творили демонические цари. So Lord Krishna, by bringing everyone together at the battle of Kurukshetra, he was able to help to remove the burden of so many people on the planet who were demons. И таким образом Кришна собрал всех демонических царей на поле битвы Курукшетра, чтобы уничтожить их. So that was very auspicious for the planet. И это было большим благом для планеты. Okay, number 42 качество, самый могущественный. Могущественным называют того, кто способен одержать победу над любым врагом. Когда Кришна находился на этой планете, он, подобно могучему солнцу, заставляющему тьму отступать в пещеры, разогнал всех своих врагов, которые разлетели словно совы, чтобы только не попадаться ему на глаза. Alright, so this quality is described as being most powerful, meaning a person who can put his enemies into trouble is called powerful. И могущественным называют того, кто способен Hare Krishna? Yes, I can hear you, Guru Maharaj. Oh, did you translate already? Yes. Oh, okay. So, when Krishna was on the planet, there were many enemies of Krishna. И когда Кришна находился на этой планете, у него было много врагов. And Krishna drove them all away. They were afraid of Krishna. И он всех их разогнал, они боялись Кришны. And they would go away, it's described, they ran away from Krishna, just like owls who go into the darkness of night. И говорится, что он разогнал своих врагов, которые разлетелись словно совы в темноту ночи. The owl is the bird who will open his eyes in night and he closes his eyes in the daytime. И совы — это такие существа, которые закрывают свои глаза в дневное время и открывают их ночью. So if you say, oh, the sun was very beautiful today, the owl will say, I never saw any sun. И если вы говорите, о, солнце сегодня такое прекрасное, то сова скажет, я вообще не видела никакого солнца. So the same way there are these people who are demons, who don't recognize Krishna. И так размышляют демоны, которые не принимают Кришну. But Krishna doesn't care about these demons. He drives them away. Но Кришна эти демоны абсолютно не беспокоит, он не обращает на них внимания, он просто разгоняет их. We say Krishna is like the sun. And where the sun is present, there's no darkness. И мы говорим, что Кришна подобен солнцу, а там, где присутствует солнце, нет места тьме. So these demons, these enemies of Krishna, they're like the darkness. И эти демоны, враги Кришны, они подобны тьме. The darkness can never conquer the light. И тьма никогда не может одержать победу над светом. Darkness comes when the sun goes away. Then there's darkness in the absence of the sunlight. И тьма приходит, когда солнце заходит, то есть тьма приходит тогда, когда солнца нет. But so long as the sun is present, there can be no darkness. Но как только солнце восходит, тьма рассеивается. So long as Krishna is present, the demons cannot take effect.
И таким же образом, если когда здесь присутствует Кришна, то демоны не могут оказать никакого влияния. All right, next one, 43, all famous. Следующее качество, 43-е, самый знаменитый. Знаменитым называют того, кто славится своим безупречным характером. Говорится, что слава Кришны распространяется подобно лунному сиянию, превращающему тьму в свет. Иначе говоря, если проповедовать сознание Кришны по всему миру, тьма невежества и тревог материального существования превратится в свет чистоты, спокойствия и процветания. All right. So all famous up it means a somebody who is well known for his character. He's very famous. И знаменитым называют того, кто славится своим характером. So Lord Krishna was very famous. His fame was like the moonshine, which takes away the darkness. Turns darkness into light. И говорится, что слава Кришны распространяется подобно лунному сиянию, превращающему тьму в свет. So if we preach about the message of Krishna and the pastimes of Krishna, if we preach about Lord Krishna around the world, then all the ignorance of the world can be removed. Если мы проповедуем сознание Кришны, рассказываем о деяниях Кришны по всему миру, то тьма невежества уничтожается. Material life means darkness, and darkness means ignorance. И материальная жизнь обозначает тьму, а тьма означает невежество. Where there's darkness, there'll be you always get anxiety. We don't know. Who's coming? We don't know what's happening. We don't feel safe in the dark. И там, где есть невежество, там, где есть темнота, мы всегда испытываем беспокойство. Мы не знаем, что происходит. Мы не знаем, что случится. Это всегда, это постоянное состояние в темноте. But in the light, then we can feel peace, and we can feel also the purity and the happiness. Но на свету мы чувствуем счастье, чистоту и умиротворение. So we want to always remain in the light. The Vedas say tamasima jyotirgama. Don't stay in the dark. Come to the light. И мы всегда хотим оставаться на свету. Веды говорят, не оставайся в тени, выходи на свет. So light means where there is Krishna. Where there is Krishna, there is actual knowledge. И свет обозначает то, где находится Кришна. Там, где Кришна, присутствует истинное знание. Когда великий мудрец Нарада воспевал славу Господа, голубоватый след на шее Господа Шивы исчез. Увидев это, его жена Гаури заподозрила, что кто-то другой принял облик ее мужа и, недолго думая, покинула его. При звуках имени Кришны одежда Господа Баларамы, которая обычно была голубой, побелела, а девушки-пастушки увидели, что вода в ему не превратилась в молоко, и принялись пахтать ее. Иначе говоря, благодаря распространению сознания Кришны, то есть славы Кришны, все становится белоснежно чистым. All right, so we're hearing some pastimes now. We're hearing, because to describe Krishna's fame, they're describing some of these different pastimes which illustrate why Krishna is so famous. Здесь приводится несколько примеров, иллюстрирующих славу Кришны, которые показывают, насколько он был прославлен, насколько он был знаменит. So it's described, Narada Muni is always chanting the glories of the Lord wherever he goes. И здесь говорится, что куда бы ни отправился Нарада Муни, он везде воспевал славу Господа. So sometimes Narada Muni goes to visit Lord Shiva because they're both sons of Lord Brahma. И иногда Нарада Муни навещал Господу Шиву, поскольку оба они являются сыновьями Господа Брамы.
So while Lord Shiva, while Narada Muni was chanting about Krishna, at that time it was noticed the bluish lines on the neck of Lord Shiva disappeared. И когда мудрец Нарада воспевал славу Господа Кришны, он увидел, что голубоватый след на шее Господа Шивы исчез. Lord Shiva had these bluish lines. He had got them due to drinking the poison when the demigods and the demons were churning the milk ocean. И эти голубоватые следы на шее Господа Шивы появились тогда, когда он выпил яд, который появился в результате пахтания океана, когда демоны и полубоги пахтали океан. So, because Lord Shiva had drank the poison, it left some, there was a blue lines on his throat, he got the name Nilakanta. И в результате того, что Господь Шива выпил этот яд, и на его шее появились такие голубоватые линии, голубоватый след, он получил имя Нилаканта. But when Narada Muni chanted about Krishna, somehow these lines on the neck of Lord Shiva disappeared. Но когда Нарада начал воспевать славу Господа Кришны, каким-то образом эти следы на шее Господа Шивы исчезли. So when Lord Shiva's wife, his wife is called Gauri, we heard, means white woman. So when Gauri saw that Lord Shiva's throat didn't have the lines on them before, then Lord Shiva thought that this person is not my husband. И когда супруга Господа Шивы, Гаури, как мы уже читали, они светлокожие, увидела, что с шеи Господа Шивы исчезли эти голубоватые отметины, она заподозрила, что это не мой муж. So Gauri was a very beautiful woman, and she was very attached to Lord Shiva. She only wanted, and Lord Shiva was her husband. И Гаури была очень красивой женщиной, она очень любила Господа Шивы, была очень привязана к нему, и поэтому не хотела никого себе в мужья, кроме Господа Шивы. So she immediately gave up his company. И когда эти линии исчезли с шеи Господа Шивы, она тут же покинула его. She only wants to be with her husband. Поскольку она хотела быть только с ее мужем. And then another that was just due to the chanting, hearing about the glories of Krishna. И это все произошло только благодаря тому, только благодаря воспеванию и слушанию о славе Господа Кришны. And another example was given that Lord Balaram was hearing the chanting of Lord Krishna's name. И приводится еще другой пример, пример с Господом Баларамой, который услышал звуки имени Кришны. Now Lord Balaram, he's always dressed in blue. If you see pictures of Lord Balaram, he wears a blue cloth around him. But when he heard Krishna's name, somehow his dress became all white. И мы знаем, что Господь Баларама всегда носит голубые одежды, но когда он услышал звук имени Кришны, его одежды побелели. And another example is given that the cowherd girls, they saw the water of the Yamuna turn into milk. И также приводится еще один пример, когда девушки-пастушки увидели, что вода в Ямуне превратилась в молоко. So when the cowherd girls saw the Yamuna had become milk, then they began to churn the milk to make butter. И когда они увидели воду, превратившуюся в молоко, они начали пахтать ее, превращая ее в масло. So we're told this is the glories of Krishna consciousness, that if we preach about Krishna everywhere, everything will become white and pure. И такова слава сознания Кришны. Там, то есть слава, там есть
Там, где прославляют Кришну, все становится белоснежно чистым. So this is how Prabhupada sees everything. He's encouraging us. If we preach Krishna consciousness, then we can change the face of the world. И таким образом Шрила Прабхупада говорил, что если мы, что таким образом мы сможем изменить мир. Of course, now the winter time, everything becomes dark, isn't it? Becomes black. People wear all dark clothes usually in the winter time. И сейчас зимой, конечно, все обращается во тьму обычно. Становится очень холодно и темно, и люди носят темную одежду. Nothing is pure in this Kali Yuga, especially. We see everything is contaminated, impure. И нет ничего чистого в эту Кали-Югу. Мы видим везде нечистоту, везде грязь. But we can purify everything simply by chanting the holy name of Lord Krishna. Но мы можем очистить все просто произнося святое имя Кришны. So we want to give the holy name of Krishna and preach the glories of Krishna to everyone. И мы хотим дать имя Кришны каждому, хотим проповедовать славу Кришны повсюду. We see Kali Yuga, nobody is happy. Everybody's in fear, everybody's in anxiety. И мы видим, что в Кали-Югу никто все несчастны, все находятся в страхе и всех охватывает беспокойство. So this is the solution to all the problems of the world. И таково решение всех проблем мира. Prabhupada said, "There's no scarcity. Everything is there. Everything we need is provided by the grace of Krishna." И Шрила Прабхупада говорил, что все уже милость Кришны уже обеспечивает все. We just have to want to use it for Krishna's service. И мы просто должны все задействовать в служении Кришне. We have to change the consciousness of people. Мы должны изменить сознание людей. Make them Krishna conscious. Превратить их в людей, сознающих Кришну. Instead of bodily consciousness. Вместо того, чтобы оставлять их в телесной концепции. It's okay, so we will stop today. Сегодня мы здесь остановимся. Are there any questions? Есть ли какие-либо вопросы? Юна Матаджи, пожалуйста, ваш вопрос. Хари Кришна, Гуру Махараджи. Мы смиренные поклоны, все слава Шри Прабхупаде. Когда мы выполняем нашу садхану, как связаны наше умонастроение и наша дисциплина? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and all the devotees, please accept my humble obeisances for glories to Srila Prabhupada. When we do our sadhana, how our mood and our discipline relative? How our mood and what? Discipline. Sadhana. Uh-huh. How does it matter? When we do our sadhana, how they are just connect our mood with our discipline. Well, yes, of course, the mood will connect with the discipline. That to be disciplined, you have to be in that mood that you understand the importance of discipline. So the mood has to be right. Чтобы быть дисциплинированным, у вас должно быть настроение придерживаться этой дисциплины. Конечно же, дисциплина и настроение очень связаны. We have to have the right mood to do our service for Krishna.
То есть у нас должно быть правильное умонастроение, чтобы совершать служение Кришне. And that will help us to be disciplined. If we don't have the right mood, we won't want to be disciplined. И это умонастроение будет помогать нам в служении. Если у нас не будет правильного умонастроения, тогда у нас не будет дисциплины. If we don't have faith in the process, then it will be very difficult. Если у нас не будет веры в процесс, тогда это будет очень сложно. If we resent doing service to Krishna, then the mood is not right. И, ну, если мы Адвитхарана Прабху, подскажите, пожалуйста, resent это что такое? If we resent our service to Krishna. Yes. If we resent doing it, we do it grudgingly. We don't want to do it, but we do it. Если мы негодуем по поводу исполнения служения Кришне, мы не делаем, но не хотим делать это. Then the mood will not be right. Тогда у настроение не будет правильным. It means we're being disciplined, but by force. То есть мы будем придерживаться дисциплины насильно. So, that's not devotional service. Таким образом, это уже не преданное служение. Devotional service is done with love and devotion. И преданное служение выполняется с любовью и преданностью. We have to cultivate the right attitude. In Nectar of Instruction, Rupa Goswami mentions about things which are favorable for devotional service. And he talks about enthusiasm, patience, and determination. И мы должны развивать это правильное умонастроение в В нектаре преданности Рупа Госвами говорит о том, что мы должны развивать решительность, энтузиазм, determination, enthusiasm and... Enthusiasm, patience and determination. И терпение. So these things affect very much our attitude. Эти вещи оказывают очень сильное влияние на наши отношения. And when we have that the right attitude, then it's very easy to discipline ourselves. И когда у нас есть правильное отношение, то очень легко придерживаться дисциплины. Some people they don't like discipline. Некоторые люди не любят дисциплину. They think, I want to be free, I want to do what I like. Они думают, я хочу быть свободен и делать то, что я хочу. But we should understand we're never free. Но мы должны понимать, что мы никогда свободными не являемся. If we don't take shelter of Krishna, then we take shelter of Maya. Если мы не принимаем прибежище у Кришны, то тогда мы принимаем прибежище у Майи. If we take shelter of Maya, then we're under the modes of nature. Если мы принимаем прибежище у Майи, тогда мы находимся под влиянием гун материальной природы. We're not going to get a good result. И тогда мы не получим хорошего результата. We're just going to suffer. We're going to be kicked by Maya. Мы просто будем страдать, и Майя будет пинать нас. We think, I don't want discipline, I want freedom. Мы думаем, я не хочу быть дисциплинированным, я хочу свободы. We don't know what is freedom. А мы не знаем, что такое свобода.
In the Bhagavad Gita, it says, by practicing the regulative principles of freedom, then we can develop our Krishna consciousness. В Бхагавад-гите говорится, что мы можем развить свое сознание Кришны только практикуя принципы свободы. So practice the principles. That means you have to have some discipline. И практиковать какие-то принципы, это значит, что вы должны иметь какую-то дисциплину. We have, if sometimes we're lucky, we may get to live with devotees, and then there's a natural discipline in the temple. Temple life is very disciplined. И иногда мы настолько удачливы, что у нас появляется возможность жить вместе с преданными. И жизнь в храме, она строится согласно дисциплине. We live together and we share everything. Everyone wakes up together and everyone goes to sleep together. Мы живем вместе, мы просыпаемся вместе, мы все вместе ложимся спать. So in this way, everyone is helping each other to control their mind and senses. Таким образом, все друг другу помогают контролировать свои умы и чувства. So that is one way to have discipline. И это один из способов дисциплинировать себя. But if you're living outside the temple, then you have to discipline yourself. Но если вы живете за пределами храма, то вы должны дисциплинировать себя сами. If you don't discipline yourself, then you get into Maya. Если вы не будете этого делать, то вы попадете в Майю. We have to control. We have to have discipline wherever we are. Мы должны контролировать, мы должны дисциплинировать себя, где бы мы ни были. So that is the beginning of Krishna consciousness. Это начало сознания Кришны. Then it becomes natural as we go on. Если мы будем продвигаться дальше, то это станет естественным для нас. Just like in the beginning, before we become devotee, we have bad habits. But after being devotee, then we give up all the bad habits. Например, перед тем, как до того, как мы были преданы, у нас было множество плохих привычек, но после того, как мы уже стали преданными, они все исчезли. Then we don't want anymore. И мы больше не хотим вспоминать о них. Okay. Next question. Елена Матвеевна, ваш вопрос, пожалуйста. Примите, пожалуйста, мой вопрос. У меня несколько вопросов, и я могу не сразу задать их, а потом по очереди. Давайте по очереди, Матвеевна. Угу. Первый вопрос. Кришна защищает своих преданных. И меня всегда заботит вопрос, а какие преданные могут иметь защиту Кришны? Я думаю, что я, например, не такая преданная, чтобы сам Кришна меня защищал. Но я чувствую, что бывают ситуации, когда защита Кришны есть. Так вот, действительно, Кришна даже защищает тех, кто не чист, как преданный. Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj, and the devotees, please accept my humble obeisances. I have some questions, and the first one is, Krishna protects his devotees. And it's interesting to me, what kind of devotees can have the protection of Krishna? I think, for example, I'm not so devoted that Krishna himself protects me. But I feel that there are some situations when Krishna's protection is there. So is Krishna really protecting even those who are not pure devotees? Well, Krishna says in Bhagavad Gita, as you surrender to me, I reward you accordingly. И Кришна говорит в Бхагавад-гитку, в Бхагавад-гите, я, как ты мне предаешься, настолько я тебе и отвечаю. So if you're fully surrendered, then Krishna will give you full protection.
И если вы полностью предаетесь, то тогда Кришна дает вам полную защиту. It depends on us how much we've surrendered. И это зависит от нас, насколько мы предаемся ему. But even somebody makes a little effort to go to Krishna, Krishna definitely takes interest in them. И даже если кто-то совершает маленькие усилия по отношению к Кришне, чтобы пойти в сторону Кришны, Кришна непременно видит это. And Krishna's helping, he's helping everybody to surrender more. И Кришна всем помогает, помогает всем и каждому, чтобы каждый предавался больше. He makes arrangements for everyone so that they can surrender more to him. Кришна устраивает все таким образом, чтобы человек еще больше предавался ему. So certainly, even though somebody only chants the holy name one time, Krishna takes an interest in them. И даже если человек произнесет имя Кришны единожды, Кришна уже проявляет к нему интерес. And Krishna is trying to help them to come to him and to surrender more. И Кришна помогает такому человеку прийти к нему и предаться еще больше. Originally we were all Krishna conscious. И изначально мы все сознаем Кришну. But we came to this material world. We turned away from Krishna. Но поскольку мы находимся в этом материальном мире, мы отвернулись от Кришны. So Krishna wants to bring us back to him. И Кришна хочет, чтобы мы вернулись к нему обратно. Okay. Next question. Пока в этой теме мы находимся, у меня вот тут как раз один вопрос связан с этим, раз Гуру Махарадж уже начал про это говорить. Вот про предание Кришне новичка. То есть можно ли рассчитывать новичку на милость Кришны? Это вот третий вопрос. Может ли новичок предаться Кришне и рассчитывать только на его милость, служа и молясь? Или предание новичка заключается в чем-то другом? Просто это рядом, чтобы... May a new devotee surrender to Krishna and think of his mercy, expect his mercy and serve him and pray to him, or is it this surrendering is something else, not only this? Well, when you say mercy, what kind of mercy do you want? The mercy, what's that mercy? What is that mercy? И когда вы говорите о милости, что значит для вас милость? Какого рода это милость? Mercy. Как вы это понимаете? If he's thinking mercy means that he will fulfill my material desires, then no, not really. Если вы думаете, что милость — это милость Кришны заключается в том, что он выполнит ваши материальные желания, то нет. But if we're thinking Krishna take away my material desires, then that's possible. Но если мы думаем, что Кришна заберет мои материальные желания, то вот это уже возможно. If you really want to get rid of your material desires, then Krishna will help you. Если вы действительно хотите избавиться от ваших материальных желаний, тогда Кришна вам поможет. But we may not be willing to give up our material desires the way Krishna wants us to do. Но, возможно, мы не будем хотеть избавиться от наших материальных желаний тем способом, который хочет Кришна. So you have to be careful what you want to get from Krishna. То есть вы должны быть осторожны в том, что вы хотите получить от Кришны. Krishna wants to give us the highest thing. И Кришна хочет дать нам высшие вещи, очень высокие вещи. Are you willing to get the highest thing? И хотите ли вы их получить? Or are we just thinking, well, you know, I just want to have my nice, comfortable life
of sense gratification and a little Krishna consciousness. Либо вы думаете, я просто хочу жить в комфорте, хорошо и приятно, и иметь немного сознания Кришны. So Krishna wants us to surrender fully, give up all our attachments. И Кришна хочет, чтобы мы предались ему полностью и оставили все наши привязанности. Is it clear? Это понятно, Матаджи? Я хотела уточнить здесь, Нил. Получается, предание — это когда мы, ну, не хотим ничего материального, да, и вот это настоящее предание. А если еще остаются какие-то привязанности и желания, то значит, мы не готовы предаться. Что тогда делать, если мы пока не готовы предаться? Am I understand correctly that surrender means that we don't have any desires? And if we have some attachments, it means that we are not fully surrendered. And что делать, если еще что-то остается, да? Да. And what we should do if we have some material desires? Surrender means we will accept whatever is good for our devotional service. И предание означает, мы принимаем все то, что хорошо для нашего преданного служения. Means we will do hearing, chanting, and remembering, and praying, and worshiping. Это значит, что мы слушаем, воспеваем, памятуем, молимся, поклоняемся Господу. And then another item of surrender is that we have to give up all the things which are not favorable for devotional service. И другое условие, необходимое для предания, состоит в том, что мы отбрасываем все, что неблагоприятно для преданного служения. So we may have some desires, so we have to consider, you say material desires, so are these material desires, are they in line with devotional service, or are they against devotional service? Если вы говорите о материальных желаниях, то вы должны понимать, они поддерживают преданное служение, либо они ему сопротивляются. Material desire, maybe, I want to have more money. Okay, you want more money, what are you going to do with the more money? Например, такое материальное желание. Я хочу иметь больше денег, хорошо, но для чего вам нужно больше денег? You desire more money to serve Krishna, to do better service for Krishna, then Krishna may facilitate. И если вы хотите денег ради того, чтобы сделать ваше служение Кришне еще более хорошим, тогда Кришна все устроит для этого. So, but if we desire more money just for some sense gratification, then that's not good. Но если мы хотим больше денег для чувственных удовольствий, то тогда это не очень хорошо. Krishna won't help. Кришна не поможет. So you should be careful. You have we all have material desire. Naturally, we have desires. We have a material body. We have a mind. We have desires. We cannot give up desire. И мы просто должны быть осторожны. У всех у нас есть желания, мы не можем отбросить их просто. У нас есть материальный ум и материальное тело, и у всех у нас есть эти материальные желания. But we have to control the quality of these desires. Но мы должны контролировать качество этих желаний. We have to think, is this actually good for my Krishna consciousness? Мы должны думать, а это на самом деле хорошо для моего сознания Кришны. It's important for us to cultivate the mode of goodness. Для нас очень важно развивать гуну благости. And one of the qualities of the mode of goodness is that we should be satisfied. И одно из качеств гун благ удовлетворенность. You should be satisfied in whatever position, whatever condition we're in. И мы должны быть удовлетворены тем положением и теми условиями, в которых мы находимся. And we should think about these material desires which we have, that are these actually
good? Are they proper? И мы должны думать о тех материальных желаниях, которые у нас есть. Действительно ли они хороши? Действительно ли они подходящие? Are they just going to give me more trouble? Либо они просто создадут мне еще больше проблем. So desires come in the mind. You can take them out of the mind as well. They come in the mind. You just, okay. Doesn't matter. Not important. И если какое-то желание приходит вам, вы говорите, хорошо, это не так важно. We have to tolerate, just like the rivers flow into the ocean, but the ocean always remains still. So the desires come into the mind, but the person should just remain undisturbed. И мы должны быть подобны океану. В океан впадает много рек, но океан при этом не приходит в волнение. И точно так же должны поступать и мы. То есть много вещей очень приходит в наш ум, но они не должны нас беспокоить. Do you remember that verse in the Bhagavad Gita? Помните ли вы этот стих из Бхагавад-гиты? I think it's the second chapter. Я думаю, что это вторая глава. About the rivers entering into the ocean, but the ocean remains always still. Doesn't get disturbed. So the same way desires enter into the mind, but the person can tolerate them because he's Krishna conscious. Вот это стих, который говорит о том, что множество рек впадает в океан, но океан остается все еще спокойным, и то же самое происходит с нашим умом. And the same is with our mind, and the mind desires enter into the mind, but the person remains calm. He does not get disturbed. Желания приходят в ум человека, но при этом человек остается спокойным, его это не беспокоит. Yes, Elena, understand? Uh-huh. Да, я поняла. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Еще вопросы, Махарадж? А может быть по очереди? Потом задам. Ну хорошо. Тогда следующий вопрос. Елена Миронова, Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, спасибо большое, Матаджи. Ваше святейство, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Сейчас большинство людей не хотят даже слушать о Боге. Считают, что это просто проявление сентиментальности, что-то несерьезное и даже нереальное. Вот реальными для них являются те условия, да, вот эти жесткие, в которых они сейчас находятся. И в интернете много говорят о пробуждении, но это пробуждение мало кто связывает с сознанием Бога. А как достучаться до таких людей и как проповедовать в таких условиях? Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна, please accept my humble obeisances, your holiness and dear devotees. Today, the most people, they don't even want to hear about God. And they consider it just a manifestation of sentimental things, something unserious and even unreal. And real things for them are those conditions of survival in which they are living in. And there is a lot of talking about awakening in on the internet, but only few people associate this awakening with God consciousness. How to preach to these people and how to preach in such conditions? Thank you. Well, Bhagavad Gita, Lord Krishna describes four kinds of people who will surrender to him.
В Бхагавад-гите Кришна описывает четыре типа людей, которые предаются ему. Right, but people in distress. There's a lot of them. Люди, которые находятся в страдании, и таких людей много. And we have people who are in search of wealth or some material that need. There's a lot of them. И также люди, которые испытывают нужду, которые ищут материального богатства. And there are people who are curious. There's not so many of them. И также есть немногочисленное количество людей, которые испытывают любопытство. And there's people in search of knowledge. There's very few of them. И также есть люди, которые ищут знания, но таких еще меньше. So how do we preach? We have to share whatever knowledge we have. We have to just share with others, and people who are interested, they will accept. И как же нам проповедовать? Мы просто должны делиться тем знанием, которое у нас есть, и люди, которые заинтересованы в этом, они примут это. We know that you get people they don't have an interest. They don't want anything. They don't want to hear about God. They don't want to hear anything. They're atheists. So you just avoid them. Если вы встречаете людей, которые не хотят слышать о Боге, не проявляют к этой теме никакого интереса, просто избегайте их. But there's a lot of pious people who do believe in God. Но ведь много таких благочестивых людей, которые верят в Бога. And they understand they don't really know much about God. И они понимают, что они на самом деле не слишком много о нем знают. And they never really even thought about God. И они на самом деле особо никогда не думали о Боге. So we try to get people like that to think about, to you know, that they should consider. И мы пытаемся как раз найти именно таких людей. And we ask them, you know, do you know where you're going at the time of death? Do you know what's going to happen when you die? When you leave the when we get old and we get diseased, we're going to die one day. Do you know where you're going to go? И мы говорим таким людям: вы скоро состаритесь, у вас будет куча болезней, вы умрете. Вы знаете, куда вы отправитесь после смерти? So you try to reach people in these simple ways, get them to think a little more about life. То есть вы можете попытаться достучаться до людей таким образом и задуматься о своей жизни немного больше. Of course, some people they don't like that. They don't want to think about life. Поскольку люди не любят думать на эти темы, им это не нравится. They just want sense gratification. They just want to enjoy. Они просто хотят чувственных наслаждений, хотят просто хотят наслаждаться. And they will say, "Well, I'll worry about death when it comes. At the time of death, I'll worry about that." И они говорят: "Ну, я подумаю о смерти в тот момент, когда она придет. А до того момента меня она не волнует." So how can we do something to help these people? Well, chant the holy name and give them prasada. И как мы можем помочь таким людям? Просто давая им святое имя, давая прасад. Somehow or other, we try to benefit people in all conditions of life. Так или иначе, мы стараемся принести людям благо в любых, которые находятся в любых жизненных условиях. Lord Chaitanya did not preach to many people. Господь Чайтанья не проповедовал многим людям. For the mass of people, it was only Sankirtan. Для больших масс людей была только Санкиртана. And prasada. И прасада. Let people use their tongue in the service of Krishna. Would you repeat this once? Let people use their tongue in the service of Krishna. Why people? No, allow them to. Teach them how to use their tongue in the service of Krishna. Просто научите людей использовать свой язык в служении Кришне. So we give the holy name, have nice kirtan, get them to chant and dance,
And then give them nice prasadam. И поэтому мы вовлекаем их в прекрасные киртаны, позволяем петь и танцевать и угощаем их прасадом. Very simple, very easy. Очень просто и легко. Yes. Next question. Валентина Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, примите мои поклоны, все слава Шриле Прабхупаде. Скажите, как повторять святые имена, просто слушая их внимательно, чтобы не думать ни о чем? Потому что ежедневная практика повторения святого имени превращается в борьбу со своим умом. Постоянно что-то думает, планирует. А может быть, как-то какие-то практические моменты, чтобы выйти из этой обусловленности? Харе Кришна. Hare Krishna Guru Maharaj and the devotees, please accept my humble obeisances. The question is how to chant the holy names just by listening them, just not thinking about other things. The daily practice of chanting of the holy name, it just became a struggle with the mind. Maybe there are some practical things how to do this. Yes, the practical things you can do is understand the philosophy better. Да, конечно же, есть и практическая вещь, которую вы можете сделать, это лучше понять философию. Understand the importance of chanting the holy name. Понимать важность воспевания святого имени. Understand the potency of the holy name and the benefit we get from chanting the holy name. Понимать могущество святого имени и то благо, которое мы получаем от его повторения. So it's important for us to know something about the theology, the teaching, the power behind the holy name and how it benefits and purifies us. То есть мы должны знать теологию, мы должны понимать ценности, ту ценность святого имени, мы должны понимать, насколько оно нас очищает. We don't just chant the holy name and don't know anything. We should understand what we're doing and the importance of what we're doing. То есть мы не должны воспевать святого имени и понимать, зачем мы это делаем. То есть мы должны понимать важность и благо, которое мы получаем от этой деятельности. Okay. So that's important. Вот это вот важно. And you get more taste for chanting when you can chant with senior devotees who have faith in the holy name and who are convinced of the holy name. И у вас появится вы будете повторять святое имя лучше, если вы будете воспевать святое имя вместе со старшими преданными, у которых есть вера в святое имя. Gurudev, I had a question. Guru Maharaj, did you finish the answer? What? Did you finish with the answer on this question? Well, the one thing is that she has to understand that it's going to take time to develop the chanting of the holy name. It's not that immediately you're going to experience the full taste of the holy name, and you have to be patient, and you have to endeavor more. То есть вы должны понимать, что вкус к святому имени не приходит мгновенно, не приходит за один день. Вы должны понимать, что это требует усилий, это требует времени. I think the problem is more your mind
that your mind is telling you that, oh, I don't want to chant, this is not very good, I don't know if I should do this chanting. The problem is you're fighting your mind. Your mind doesn't want to chant. Я думаю, что здесь проблема в вашем уме. Ваш ум не хочет повторять, а он думает, о, ну зачем я это делаю? Мне это так сложно. Проблема в уме. So you have to have more faith in this process. It's important for you to hear regularly about Krishna and the chant and the importance of chanting the holy name. И таким образом у вас должно быть больше веры в этот процесс. И для этого вы должны больше слушать о важности повторения святых имен. Actually, you'll see in all the different religious traditions of the world, there's chanting the holy name. На самом деле, во всех духовных традициях мира есть место воспеванию святых имен. In the Catholic Church, they chant rosary. Католической церкви они повторяют святые имена на четках. I think they're chanting Hail Mary, Mother of God, have mercy on my soul, like that. Я думаю, что они повторяют что-то вроде «О, Мать Мария, Мать Господа, пожалуйста, пролей на меня свою милость». And then in the Islam tradition, they also chant, they also carry their beads and they're chanting the name of Allah. И в исламской традиции они также используют четки и произносят на них имена Аллаха. And in the Buddhist, they're also chanting Amitofo, Amitabuddha, they're chanting these different names. И буддисты также воспевают имена Господа Будды. And then there's the lamas up in Tibet, they're chanting Om Mani Padme Hum. Также есть те, кто следует ламаистской традиции, они повторяют такую мантру. So, devotees of Shiva, they're chanting the name of Lord Shiva. Преданные Господа Шивы повторяют его имена. So, we're chanting the names of Lord Krishna. Because Lord, а мы повторяем имена Господа Кришны. Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, the possessor of all opulence. Господь Кришна — верховная личность Бога и обладатель всех богатств. So what we're doing is, it's not so different from anybody else, it's just we're chanting the holy name of Lord Krishna. И на самом деле то, что мы делаем, не отличается от того, что делают другие. Мы повторяем просто имена Господа Кришны. And you want to understand more deeply the significance, the power behind this activity and how actually in this age, the Kali Yuga is the only way in which we can approach God. И вы должны понимать могущество этого метода и понимать, что в Кали-Югу это единственный способ прийти к Богу. And you have to understand the offenses which are there in chanting the holy name and avoid these offenses. И вы должны понимать, какие существуют оскорбления в повторении святого имени, должны избегать их. Are you familiar with the 10 offenses in chanting the holy name? Вы знакомы с 10 оскорблениями в повторении святого имени? Yeah, I'm asking that. Hare Krishna. Yes. Да. Да. Yes. Yeah. Да, да. And you're still... Поэтому и иногда вот и, ну, такая вот, как сказать, ну вот что ты постоянно оскорбляешь и не знаешь, как продолжать. Как продолжать. That's why I'm always thinking that I'm always just making offense to the whole names. It's difficult to go on with it, to go on with chanting. So what offense are you making? И какие оскорбления вы совершаете? You don't have faith. У вас нет веры?
Нет, у меня есть вера, я верю. У меня вот что ум, он начинает планировать, то есть материальные желания какие-то в работе, там, в семье, вот это вот начинает кубатурить. И ну, невнимательно от этого не слышит имя, святое имя. Потом я начинаю его приводить, как бы, ну, заглохни. Ну, это вот просто, какой-то вот просто маразм. Я начинаю слушать имя, ну, это хватает буквально там 5-7 секунд, там, ну, 10 секунд. Потом он опять начинает думать что-то. No, I have faith, but it's difficult to deal with my mind because there are a lot of thoughts about when I chant mantra, when I'm chanting, there are a lot of thoughts of what to do at home, what to do at work, something just around these things. And then I realize that I'm thinking about not about the holy name, and I just struggle with my mind and start to think about holy name again, but it's for 5 or 7 seconds, and then again this struggle going on. Well, yes, that's right. Everyone is that's the nature of the mind. But wherever the mind wanders, you bring it back, and gradually the mind will be trained. Да, это такова природа ума. Но каждый раз, когда ум куда-то начинает бегать, вы возвращаете его на место. Just like you train a wild animal, it takes some time to train it. Это точно подобно приручению дикого животного. Это требует какого-то времени. So our mind is like that. It's just like a wild animal. И наш ум подобен дикому животному. You have to starve the mind. Don't give in to the mind. И не поддавайтесь влиянию ума. Then you have to beat the mind. Вы должны бить свой ум. You beat the mind by getting it to do what it doesn't want to do. Вы должны бить ум, чтобы заставить его делать то, что он не хочет. The mind is saying, oh, don't chant. Oh, the mind is saying, just go back to sleep. The mind is saying, oh, go and do something else. Ум говорит, ну зачем тебе это повторять? Давай пойдем поспим. Ум говорит, давай пойдем поделаем что-нибудь еще. The mind will always tell us to do these different things. It's the nature of the mind. We have to just neglect the mind. And we have to just learn not to listen to the mind. Just do your chanting. Don't worry about the mind. И природа ума именно такова. Просто игнорируйте его, просто не слушайте свой ум, просто повторяйте. So devotees, one devotee asked Prabhupada, said, well, what to do with the mind? What should we do with it? И один преданный однажды спросил Шрилу Прабхупаду, что же нам делать с нашим умом? So Prabhupada said, you use the tongue to chant, and the ear to hear. It's not a question of the mind. Ишна Прабхупада ответил, используйте уши, чтобы слушать, и язык, чтобы повторять. И здесь дело идет вовсе не в уме. So you chant louder, it will help you to concentrate more on the holy name. Поэтому повторяйте громче, это позволит вам сильнее сконцентрироваться на святом имени. And if you keep chanting, gradually your mind will become peaceful, become controlled. Если вы будете продолжать повторять, то постепенно ваш ум станет более умиротворенным и будет уже Just understand, oh, here's the mind going again, oh, my mind's gone again, oh, okay. Just neglect, bring it back. I'm going to keep chanting, chant louder. Просто отмечайте то, ум опять убежал. Но просто игнорируйте его и продолжайте просто громче повторять святое имя. And try to hear more the knowledge of Krishna consciousness. И старайтесь больше слушать знаний в сознании Кришны. Read the book. Are you reading the books? Читайте. Вы читаете книги? Матаджи?
Хари Кришна. Да, я в Санге с Раджарани Матаджи. Мы вечером читаем Бхагавад-гиту, по воскресеньям читаем Шрила Прабхупаду. Вот, и, ну, утром, там, 4 часа, конечно, еще Шримад Бхагаватам не читают, но мне просто, ну, я не могу встать сегодня. Не смогла, даже будильник не услышала. Yes, every day we just every evening we read Bhagavad Gita with Rajarani Mataji, and on Sundays we read Srila Prabhupada book. Yes, well, you need to read a bit more probably. You haven't read very much. Ну, возможно, вам тогда следует читать больше. То есть этого для вас, видимо, недостаточно. But you know, keep reading and try to understand. Просто продолжайте читать и пытайтесь понять. And be patient. И наберитесь терпения. But keep up your enthusiasm. Но не теряйте своего энтузиазма. Do you don't have any temple where you live? У вас есть какой-то храм в том месте, где вы живете? Нет, это Валя, Биробиджана. I'm from Birobidzhan and the nearest temple is in Khabarovsk. Mm-hmm. Yeah, so it's a bit difficult because you're far away. Да, немного сложновато, потому что вы далеко. But anyway, you associate on the internet every day. It's very good. You have contact with the devotees. Но очень хорошо, что вы каждый день по интернету общаетесь с преданными. So Krishna's taking care of you. He's giving you good association. То есть Кришна заботится о вас, он дает вам хорошее общение. So please keep chanting. Пожалуйста, продолжайте воспевать. And certainly you're making progress. И, конечно же, у вас будет прогресс. Mm-hmm. Hare Krishna. Спасибо, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Hare Krishna, then Vrindarani Mataji, and then Elena Mataji question, and then Shilpa Mataji will be your question. Vrindarani Mataji, ваш вопрос, пожалуйста. Примите поклоны, смиренный Гуру Махарадж, преданные Всеслава Шрили Прабхупаде. Вопрос не по лекции, простите. Можно сказать, что Брахма достиг уровня Рагануги, когда после его тысячелетней медитации увидел Кришну в образе пастушка на Галоке, и Кришна пожал ему руку? Или Брахма достиг Рагануги позже, когда благословил после благословения Кришны, что он не падет больше? Ведь сначала Брахма действовал, как он желал того сам. Он хотел творить Вселенную. Спасибо. Hare Krishna Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, this question is not according to this lecture, sorry. May we say that Brahma reached the level of Raganuga when, after his 1,000 years of meditation, Brahma saw Krishna in the form of God boy in on Galoka, and Krishna shook his hand? Or Brahma reached Raganuga later after Krishna's blessing that he would not fall again? After all, at first Brahma acted as he wished himself. He wanted to create the universe. That's right. Thank you. Brahma shook his hand. The Lord shook the hands of Brahma after Brahma had done his austerities for 1,000 celestial years. So the Lord appeared, he was very pleased with him, and at that time he shook his hand. И Брахма после тысячелетней аскезы, после тысячелетней аскезы Брахмы, Кришна был очень доволен, и он пришел и пожал ему руки. So that was not Raganuga Bhakti.
Это не было Рагануга Бхакти. That was simply Brahma's desire to do the creation. Это было просто желание Брамы создать творение. So definitely didn't come at that time. На самом деле он не пришел к этому в то время. Of course, later on, he saw the Lord as a cowherd boy. И позже он увидел Господа в форме мальчика-пастушка. Initially, after the 1,000 years of austerity and meditation, at that time he saw the Lord in Vaikuntha. But then later on, he saw the Lord as a cowherd boy. И на самом деле, после тысячелетней своей аскезы, он увидел Господа на Вайкунтхе, а уже позже он увидел Господа в форме мальчика-пастушка. Okay. Yes, next question. Следующий вопрос. Елена Матаджи, у вас вопрос остался. В лекции говорили, что Кришне нужна любовь, а служение — это награда для нас. Если у нас еще не то настроение любви, что тогда Кришна принимает от нас, когда мы совершаем пустое служение? Спасибо. The question is, you said that Krishna needs love, and service is a reward for us. And if we are not in the mood of love yet, then what does Krishna accept from us when we just when we not perform pure service? Well, he accepts what you offer to him. Он принимает то, что вы ему предлагаете. Just like we see Putana, she came to offer her poison breast to Krishna. Krishna accepted. Как, например, Путана, она пришла предложить свою отравленную грудь Кришне. She wanted to put her poison breast into Krishna's mouth. Она просто захотела вложить свою отравленную грудь в рот Господа Кришны. Krishna accepted. И Кришна принял это. So, we're not pure, but still we're offering to Krishna. We offer to Krishna, and by offering to Krishna, we become pure. И мы все еще не чисты, но тем не менее мы продолжаем предлагать Кришне, и делая это, мы очищаемся. So we have to continue. И мы должны просто продолжать. Continue to offer. This is the purification. This is the process of becoming pure. И мы должны продолжать таков процесс очищения. Right. It's not. Maybe it's not bhakti yoga. Maybe it's more karma yoga than bhakti yoga. И возможно это не бхакти йога. Возможно это больше карма йога. We're offering something to Krishna. Но мы предлагаем что-то Кришне. And by offering something to Krishna, gradually we'll come to Krishna. И предлагая что-то Кришне, постепенно мы придем к Кришне. Yes. Спасибо. Thank you. Next question? Yeah. Mataji Shilpa, you want to ask? Not there. Not there? Is she? I don't hear. No, she is here. She is in the chat. Dear Shilpa Mataji, can you hear us? Do you have a question? Any other questions? Есть ли еще какие-то вопросы? No more questions. Okay.
So, we'll just finish here. Тогда здесь мы остановимся. Okay, well, thank Tatyana Maharaj for her translation. Thank all the devotees for participation, for listening and questioning. Спасибо всем, дорогие преданные, за участие, за то, что слушали, за вопросы. I hope you had a nice month of Damodar. Last night we finished the Damodar month. Я надеюсь, что вы замечательным образом провели месяц Картику. Вчера был последний ее день. So now we're coming up to December, and December means like good time for giving Krishna consciousness books. И скоро уже подходит, скоро будет декабрь, это хорошее время для распространения книг. We want to encourage all of you, if you have an opportunity to distribute some books to people, that'd be very nice. И мы хотели бы воодушевить вас, распространять книги людям, это было бы очень здорово. To bring people to Krishna consciousness is the greatest pleasure. И приводить людей в сознание Кришны — это наивысшее удовольствие. Get people to chant the holy name. Давать людям святое имя. So thank you all very much. Шрила Прабхупад. Спасибо всем большое. Шрила Прабхупад ки. Джай. Go back to Vrinda ki. Джай. Hare Кришна. Hare Krishna. Bhakti Vidna Vinashana Rasimha Vraja Ki Jai. Hare Krishna.